За плохие дороги штрафуют. 17 миллионов рублей за прошлый год собрали с нерадивых подрядчиков в виде штрафов и пени. Сейчас головная боль – Лакинск. Там до 1 декабря нужно отремонтировать 4,5 километра трассы. К настоящему моменту готово 1,5. Пробки в том районе на М7 стараются минимизировать. Один из самых крупных проектов в области – объезд деревни Бараки в направлении Мурома. Наша задача по первой категории – выйти из города Владимира, загородного парка, то есть две полосы в одну сторону, две полосы в другую, до разделение потоков на Гусь-Хрустальный и на Муром. Работы ведутся по графику, деньги есть у нас. Активно идут работы и в областном центре. Мост через Октябрьский проспект сдали раньше срока. А вот работы на мосту через Ирпень отстают от графика почти на 2 месяца. Нерест, он почему-то каждый год и где-то до 14 июня завершается. Значит, нерест не означает, что нельзя работать на мосту. Он означает о том, что в русле реки работать нельзя. Береговые опоры можно работать, делать. Поэтому у нас много претензий. Не позднее 15 сентября должны завершить работы на мосту в промзону. Одна половина моста практически готова. В начале следующей недели мостостроители перейдут на другую. Приводят в порядок и участок второй очереди Лыбецкой магистрали. Последние штрихи. Косметика наводится, потому что дорога – это дорога, а рядом с дорогой вид открылся после того, когда она построена, не очень приглядный. В ближайшее время, я думаю, что откроется и эта дорога. В первую очередь, которая от Ерофеевской развязки до Фрунзе, пока она в графиках как стояла, следующий год так она и стоит, работы на ней ведутся, деньги есть. С начала сезона региональные дороги отремонтированы уже наполовину от плана, а местные – процентов на 40. В плюс региону сработала система «Платон», когда водителям большегрузного транспорта за проезд нужно платить дополнительно. В Владимирской области выделено 400 миллионов рублей. Соглашение мы подписали 3 июня с Росавтодором на эти деньги. Значит, эти деньги куда идут? 200 миллионов на областные дороги идут, это требования федерации, значит, и 200 миллионов на областные центры, то есть на город Владимир. В этом году планируется строительство 6 сельских дорог в разных районах. Теперь решение о строительстве сельской дороги принимается вне зависимости от количества жителей в населенном пункте. В приоритете пути к социально важным объектам, фермерским хозяйствам. Готовят к форуму «Россия – спортивная держава» и дороги Коврова, который станет одной из основных площадок мероприятия. Из областного бюджета на них выделено 142 миллиона рублей. Маргарита Махрова, Евгений Токарев, 6 канал.